Я знаю, что люди, это самое, блин, отвлекли меня там по рабочий вопрос, что люди, которые занимаются регулярно, у них перестает болеть. Но опять-таки, блин, все, капец какой-то. Потому что наушники. Вот, но в каком состоянии у вас ваши плечи, да, я не знаю. Поэтому я контролирую. Вот. Ой, вернее, контролирую, господи, что я говорю? Рекомендую самостоятельно принимать решения, да, попробуйте, бесплатно же есть тренировки, попробуйте. Ты на ночь всегда кушаешь, я не ем на ночь. Я не ем на ночь. Сейчас ем, потому что у меня был тренинг днем, и сейчас перед танцами я поем, да. Вчера видела, как вы танцуете бачату, попробовала с мужем потанцевать, вдохновили, классно. Нет, килокалории я не считаю. Спасибо. Ну да, собираюсь вот на вечеринку очередную. Блин, что-то как-то это, я решила поесть, но мне как-то неловко перед вами жевать. Что за фигня? Хожу по 20 км в день, жру одни листья салата, нихуя не можешь же это быть от вискаря. Ха-ха-ха. Никита, ты вот как всегда жжешь. А ты что не спишь? У вас же там ночь. Чем занимаешься? Ем суп. Короче, про вчерашнюю вечеринку. Это было офигенно вообще. Это было так бомбически. Когда особенно... меня приглашали танцевать, ну, ребят, которые умеют это делать, и ты в их руках становишься вот просто как куколка, податливая, и тебе не надо реально там напрягаться или что-то там, ты перестаешь себя чувствовать бревном, нет, ну, понятно, там не идеально все равно танцуешь, но, по крайней мере, вот эта скованность, она ушла, и мне интересно, ну, понятно, вчера было все равно, мы пили алкоголь, вот, а именно виски. Вот, сегодня я не буду пить, посмотрю, как и сегодня я себя буду чувствовать в этих танцах. Но это просто такой секс. Это так круто. Я всем рекомендую заняться бачатой. Суп это этот вьетнамский. Фугат называется. С курицей. Единственный ребенок, сколько тебе лет, ребенок? Ой. Это есть такие вид блогерства, когда люди снимают, как они едят, и у них еще такие микрофоны, усилители стоят. И они типа делают специально там причавкивают, причмокивают, чтобы это было слышно четко. Ну вот есть какие-то извращенцы, которые это все смотрят. Это ужас. Здравствуйте. Десять лет. Ты же моя малышка. Почему ты подписалась на меня? Случайно? Или из гива? Одинокие извращенцы. Блин, я переперчила суп. Которым, да. Которым, типа, не с кем есть. Макс. А какой Макс? Ты про какого Макса говоришь? Как это я не все читаю? Я все читаю. Что я пропустила? Сейчас, подожди. А, ты в Питере.
В Москве буду, 24-25. Слушай, напиши мне только на московский номер. Можно будет встретиться. Мне тоже нравится смотреть, когда кто-то ест. Прикольно. Не помню, как подписалась. Прикольно. Ну, занимайся спортом, соблюдай чистое питание. Ты, у тебя, видишь, какие шансы хорошие. Ты в 10 лет стала знакомиться с людьми, которые как раз продвигают этот образ жизни, и ты можешь уже сейчас, в 10 лет, да, вкладывать в свое здоровье. Ну, каким образом там? Не есть всякую фигню, там, типа там, чипсов, да, там, где консерванты всякие есть. У тебя большой шанс гораздо, не то чтобы гораздо, а гораздо дольше оставаться здоровым человеком. Вот. Ой, что это такое? Мне тоже нравится так. Сегодня было круто увидеть тебя, очень неожиданно. Ну, да. Я сегодня ходила на тренинг к сестрам Лебедевым. Это, короче, тут дети, я не буду говорить про что. Но я уже ходила на этот тренинг, на самом деле. Сегодня просто пришла так обновить свои знания. Ну, потому что еще сегодня они давали кое-что новенькое. Так что, девчонки, искусству секса нужно учиться. И очень здорово, что есть такие люди, которые это преподают. Вот. Привет, Манька, как дела? Как настроение, как самочувствие, чем душу радуешь? Привет, Алекс Пак. Я вот радую душу фобо, ой, фога. Короче, вьетнамский суп, и сейчас пойду танцевать еще. Самочувствие великолепное. Проспала сегодня до обеда, ну, вернее, как, я проснулась, то есть я легла где-то в 6:00 уже утра. Всю ночь, получается, мы танцевали. А потом проснулась где-то в районе, ну, там, в районе 8:00 от того, что какая-то девушка на улице очень громко, истошно кричала и плакала, как будто бы ее режут там вообще. Я испугалась, голос был похож на мою Алинку. Я испугалась такая, подскочила, побежала к Алине в комнату, потому что, ну, думаю, блин, я, может, пришла там поздно, ну, как я помню, что вроде заходила, но мало ли, вдруг я забыла там проверить, дома спит ли ребенок в кровати или нет. Выскочила, смотрю, спит, такая, фу, слава богу. Вот. Потом эта девка орала, и мне уже даже хотелось вот как-то, ну, выйти там что-то, посмотрев, что она там что-то там, ну, прям громко кричала, там, пожалуйста, перестаньте, вы ее сейчас там что-то убьете или что-то такое. Но непонятно, откуда был звук, и, ну, я бы не успела добежать, короче, не стала, потом все стихло. Не могла уснуть, потом включила кино. Смотрела, ну, то есть не могла уснуть, по идее, можно было встать, но состояние было такое разбитое. Ну, что там получается, поспала всего 3 часа. Вот, и решила еще поспать, ну, короче, включила кино, под кино заснула и вот до 2 часов продрыхла. Привет. Спасибо. Я сейчас не могу сильно улыбаться, потому что вдруг у меня что-нибудь в зубах застряло. Во время работы в Китае мне приходилось говорить поварам, чтобы готовили не острое. Буяуладзё. Азиаты обожают. Да, да. Но они это и мне сделали. Я даже попросила лук мне не класть. Но я тут решила сама приправить и нечаянно переборщила. Вот. Привет, привет, Сергей. Спасибо. Слушайте,
Я могу сама перевести людям деньги, но я не выкладываю никогда, потому что у меня нет времени этим заниматься, там проверять, действительно это настоящий сбор, не настоящий. Очень много мошенников, ну и как бы нет, я это не выкладываю. Все какие-то просьбы, то есть я сама могу там что-то отправить кому-то молча, и все. А так нет, извините, нет. Маленькая, меня давно никто не называл. Маленькая. Так, ну что? А что красиво получилось? У кого есть вопросы? Нет, это не паста. Спасибо, Рустем. Дела у дочки. Нормально, она тусит сама по себе, со своими друзьями. Вчера вот отвезла доставку, заработала денежки. Сегодня вот гуляет на эти денежки с друзьями. Как, она немного заработала? 350 рублей всего. Вот. Все у нее хорошо. Дружит с мальчиками, ну в плане дружит, да, не там встречается, а именно дружит. Вот. Так что это сегодня она меня отпустила на танцы. Правильно, мама, иди. Я говорю, такая говорит, только не до 5 утра. Я говорю, а что это тебе, говорю, какая разница? Ну ладно, иди гуляй. Отпустила мама. Спасибо. Палочками, да. Я же с Дальнего Востока. Танцы вообще огонь. Прям огонь. Вот надо всем ходить учиться, правда. И знаете, меня поразило то, что очень много людей разных возрастов. И молодые, и взрослые, и девочки, и мужчины. То есть, ну, как бы все. И я не могу сказать, что там сильно намного больше было женщин. И очень много классно танцующих парней. А потом мы когда после вот основной вечеринки поехали еще в караоке, нас позвали. Мы, короче, приехали там какой-то завод заброшенный. И такие, думаю, блин, с девчонками, блин, куда мы приехали вообще, нафига мы сюда приехали? А потом, ну, зашли туда, все. И там такая, ну, небольшое помещение. И вот просто как для своих, вот маленькая комнатка, в которой там несколько, ну, 2 дивана, допустим, да, какие-то кресла и диджейский пульт. Ну, и, собственно, все. И там 4 на 4 танцпол. Все. Ну, то есть комната такая обычная. И там был уже парнишка. Он вообще так, он танцевал как бог просто. Вот в его руках ты вообще просто тоже становишься богиней танца, у тебя все получается, и он тебя ведет. Ой, это вообще, это такой кайф. Танцевать с человеком, который умеет это делать, умеет хорошо вести. Просто бомба. А марафон уже начался. Кто ждет его? Он уже начался. Если вдруг у вас не пришел, значит, ну, если вы не знаете, да, что нужно делать, то вам нужно написать в Яноформе, и вам ну, то есть отправить туда подтверждение оплаты, и вам пришлют ссылку на закрытый профиль, на который нужно будет подписаться, потому что сегодня уже вся информация в марафоне есть. То есть люди уже читают, люди уже знакомятся, люди уже... ну, там, завтра, послезавтра мы выложим продуктовые корзины, и они, ну, вы пойдете покупать продукты, вот. Питер, привет. Я ем суп вьетнамский, фуго. Там
двигаться, да. Это кардио. Мы с мужем познакомились на бачате 8,5 лет назад. Круто. Не падайте, пожалуйста, у меня. Спасибо. Ну, мне еще не... Там девчонка... Кстати, моя подписчица, знаете, как танцевала? Ого-го, там вообще, блин. Такое ощущение, что она... Не знаю, где она училась, но я прям смотрела, и мне прям... Завидки брали, если честно. Ну как, нет, мне, я прям любовалась, мне очень нравилось. Вот, и хочется, конечно, чтобы я тоже так умела двигаться, но не знаю. Так, как вакуум делать? Есть видео в Яноформе. Заходи туда и там смотри. Там прям целая инструкция, вместе со мной берешь и делаешь. Занимаюсь по одной из твоих тренировок. Это, конечно, огонь. Очень круто. Спасибо. На самом деле, я сегодня хотела сделать тоже еще одну промо-тренировку. Но хорошо, что я ее не назначила. Потому что, конечно, я бы не встала, блин, к 8 утра. Спасибо, Сергей. Спасибо, София. В школе ненавидела уроки танцев, сейчас освоить хочу. Это круто. Это вообще такое самовыражение. Я не знаю, это реально вот как хороший секс. Вот прям бачата. Просто такая вот энергетика. И не знаю, я вот не знаю, если бы мой, допустим, если бы я со своим мужчиной, да, как бы вот ревновала бы я или нет. Не знаю, сложно сказать. Ну, там, конечно, там партнеры постоянно меняются. Ничего там такого нет, да, там никаких, ну, там, притязаний, приставаний, да, все очень, ну, как, этично, тактично, да, воспитано. Но это настолько сексуально смотрится, что ты просто со стороны. Нет, ну это не совсем ПП, потому что здесь рисовая лапша. Хотя, так, ну фугу я ем. Ой, фуга. Чем отличается фубо от фуга, кто знает? Суп одинаковый, название разное, и только лишь один ингредиент разный. Да, тренировки в прямом эфире будут только в полном погружении. Вот. Ну, на самом деле посмотрим. Ну, пока, как планировалось, то что только в полном погружении. Кизомба это вообще. Я не стала вам рассказывать про кизомбу. Один танец с кизомбой я станцевала. Больше не хочу. Потому что это реально... Нет, там все прилично, ничего такого. Но ощущение, что... Я не могу говорить это вслух. Ты просто потрясающий мотиватор. Люблю тебя от этой тренировки. Спасибо большое. Спасибо, Гульнур. Спасибо большое. Спасибо, девчонки. Настроение хорошее. Я прям... У меня вот какое-то такое вдохновение с этими танцами. Ну, я вообще же всю жизнь танцевала. Но у меня были такие рэп, хип-хоп, там, техно. Мы танцевали. Вот. И... У меня студия была своя танцевальная. И было вот это самовыражение. А сейчас вот с бачатой. Спасибо. Пока.
О, ничего себе название аккаунта. Херакс. Херакс 79. Херакс. Блин, какой у меня перчёный суп. Ну, спросите меня что-нибудь по марафону. Кстати, остался час... А, нет, не час. 3 часа осталось для того, чтобы оплатить марафон. Ну, его, конечно, можно будет и после оплатить, но до 24.00 все, кто его оплатят, участвуют в розыгрыше резинок. Вот. Некоторые не верят, что в домашних условиях можно подтянуться и убрать животик плюс правильное питание. Я верю вам и вашим методикам. Так потому что они работающие. Мне недавно прислала моя знакомая из Владивостока. Помните, я вот на днях выкладывала фотку до и после, да, где там я с Алинкой на руках, молодая. И вот с одной из последних фотосессий, где у меня кубики, там, ну, все такая, типа прокачанная. При этом я на этой фотографии не сильно-то и в форме. Ну, то есть я уже давно не тренировалась так регулярно, полноценно, именно на турниках. Вот. И, значит, она говорит, присылает мне, ну, типа, Ян, смотри, говорит, ты, говорит, прям звезда, говорит, тебя обсуждают в чатах. Там какой-то у них чат. И одна там прислала, значит, и что, вот это вот без стероидов можно вот такой вот стать? А другая пишет, я показала мужу, он сказал, что однозначно стероиды. Ну и моя знакомая такая говорит, ну, я, говорит, я им написала, ну, она в переписке прям это было видно, что, типа, я ее знаю, там все чисто. Знаю, типа, лично, ну, мы действительно лично знакомы. И, ну, и она рассказывает, что там прям целая дискуссия была, на стероидах я или не на стероидах. Ну, это просто, вот, и меня поражают вот эти люди, которые уверяют, что нет, так нельзя. Нет, а сами даже не попробовали, а сами даже понятия не имеют. Они где-то, может быть, что-то прочитали, там где-то увидели, или просто это их абсолютно собственное мнение, не основанное абсолютно ни на чем, ни на каком опыте, даже не на собственном. Мало кто верит, там, что и ты да, без тренажеров, да. Ну, я ничего не скрываю, все есть в ленте, да. Вы же видите, я вообще, более того, в последнее время занимаюсь только с вами, вот, в прямых эфирах, и все. Поэтому, да, чистое питание. Мне сегодня сон приснился, потому что я сейчас как раз с питанием, у меня не очень хорошо в последнее время. И сон приснился, что я в топике, вот в розовом, в котором бачату как раз танцевала, и вот в этих штанах сиреневых, которые половине понравились, а половине не понравились. И сон приснился, что, ну вот я прям посмотрю на себя сзади в зеркало, и вот топик, да, вот здесь вот он закачивается, и из-под него вот так вот жир висит. Ну и там, где начинаются лосины, тоже вот так жир на спине. Я такой, ну все, надо заканчивать, жрать всякую фигню. Спасибо. Танцы на ТНТ, да, это классно. Да, завтра буду. Я приду с самого начала завтра. Ну, в смысле, в прямом эфире для всех. Это мое время, оно должно оплачиваться. Вот, плюс, ой, чуть не уронила. Плюс я не могу, я буду вести для марафона, люди за это деньги заплатили. И тут я буду для всех бесплатно делать. Я делаю бесплатные тренировки, промо. Вот, на них надо приходить. Игорь, привет. Солнце, иди делай уроки, конечно, уже поздно. Вопрос по марафону. Нужно заниматься каждый день или и в определенное время, или как смогу? Как сможешь. Выбираешь свое время. Тренировки в прямых эфирах, они будут по вторникам и субботам, 8 утра.
Вот. А остальные тренировки, ну, и они будут в записи, естественно. Ну, сохранятся записи. Поэтому ты выбираешь свое время. Вообще 4 тренировки в неделю полноценных, где-то по часу. И 2 секретных задания. В этом марафоне секретные задания будут просто, ну, я уже частично давала вот что-то в прошлом марафоне. В этом будет еще круче. Там задание на зону, на выход из зоны комфорта, на прокачку своей личности, да, своей личной эффективности. Вот. Они достаточно просты. Ну как? Ну я не буду говорить. Это секретное задание. Вот. То есть там будет, получается, в секретных заданиях будет входить определенные там вещи, которые будут помогать начинать день, которые будут помогать быть в хорошем настроении. А потом физические упражнения будут, ну, там на 15-20 минут. И задание на вот выход из зоны комфорта, на развитие себя. Вот. Надо все их выполнять, и через месяц вы себя не узнаете, вы станете более свободными. То есть помимо физической формы, да, и здоровья, и здоровой формы тела, вы еще обретете уверенность в себе, да, вы обретете определенные навыки. Я не буду говорить, какие, но это все личная эффективность. Одной фразой, если, да, то это личная эффективность. Ничего сложного. Нет, ну, там такие, ну как, если кому-то сложно выйти из зоны комфорта, то это сложно, но по времени они абсолютно не затратные, вот прям вообще не затратные. Спасибо, Сергей, большое. Какое должно быть КБЖУ, ну, рассчитывается по формуле твоя норма и плюс 10-20%. Здравствуйте. Я не работаю, сижу дома с 2-летним ребенком, но никак не могу начать следить за собой, питанием держусь, максимум 2-3 недели, ночами после того, как ребенок заснет, начинается жор. Какой ужас. Какой жор? Ночами надо спать. И спи ты, когда у тебя спит ребенок. Сколько? А, 2-летний уже большой. Займись делом. Найди себе хобби или найди себе работу удаленную, начинай работать. Занимайся делом, меньше будешь хотеть есть. Это первое. Второе. Рекомендую все-таки формат марафона «Полное погружение». Там будет эфир по теме «Как воспитать себе культуру питания». Все, кто посмотрели этот эфир, вот уже больше такой фигней не занимаются. Вот. Они не сидят на диетах, они себя ничем не ограничивают. У них есть просто уже измененное мышление за 2 часа этого эфира, да, и, собственно, и все. И они уже живут новой абсолютно жизнью, и у них не возникает потребности либо там жрать ночью, либо жрать вообще какое-нибудь дерьмецо. Вот. Поэтому попробуй запишись. Вот. По поводу цены. Это кажется, что 4000 это много. Это немного. Это прям вообще... Вот за то, что я даю в марафоне в течение месяца, полутора месяцев, да, даже полтора месяца, это просто вообще ничего. Это смешные копейки. Это даже меньше 100 рублей в день, чтобы вы понимали. И там тренировки вместе со мной, подъемы по утрам вместе со мной. Вы со мной приучаетесь к этой новой жизни. Вы просыпаетесь со мной. Включаете телефон, и мы начинаем с вами работать. Мы начинаем дышать, мы начинаем делать гимнастику, то есть прививать себе вот эти здоровые привычки. Да? Вот этот вебинар туда включен, да? Туда включен гимнастика для лица, да? Прям 3 полноценных тренировки по фейс-фитнесу. Почему 3? Специально, чтобы... Ну, просто если бы было больше, то марафон бы стоил дороже. Вот. А за ну, там, 3 тренировки вы уже сможете для себя что-то почерпнуть и потом на регулярной основе заниматься. Вот. Поэтому это вообще недорого. И
этот марафон, он по факту выходит дешевле, чем все когда-либо, которые были вообще у меня, понимаете? Потому что соотносите стоимость, наполнение и количество дней. Вот. Там 2 недели, 3 недели, а здесь 5-6 недель. В 2 раза, но цена ниже. А если вы идете с подругой там, или с мужем, или с напарником, да, с напарницей, то вы можете просто еще дешевле попасть в полное погружение. Поэтому давайте, делайте выбор и подключайтесь. Напиток богов. Яндекс. Я не смог. Жир, это мне приснилось. А, творог я сейчас не ем, потому что не ем молочку, потому что у меня прыщи вылазят на молочку. Вот, из молочки я ем только сыр. Да, алкоголь употребляю, буквально вчера это делала. Спасибо. Можно, можно и завтра, да, можно. Я про то, что оплатить марафон можно еще завтра. Еще несколько дней мы будем людей запускать, всех опоздунов, потому что это все время так длится. Каждый марафон есть люди, которые не успели, прослушали, забыли. Поэтому будем брать, да. Продолжительность тренировки в районе часа. Вот. Ну, подъем, это вы уже сами. Тренировка в прямых эфирах, тренировки в 8 утра. А там вы уже сами выбираете. Я отправила, я же вам сказала, я вам отвечала уже лично в сообщении, что вам нужно подождать. Ждите, вам ответят. Мы уже стартовали, вы можете просто еще, ну, заскочить вот в эти последние вагоны, потому что сейчас первые несколько дней это подготовительные дни, то есть к основной работе. То есть там сейчас идет знакомство, потом цели прописываются, да, там девчонки смотрят, какая одежда, какой инвентарь, то есть все это подготовка. Потом продуктовые корзины будут выкладываться, с которыми можно пойти в магазин и, ну, купить, да, все продукты сразу. Вот. И, в общем-то, все. А потом уже начнется, собственно, сам тренинг. Я начала марафон с тобой с 18 июня этого года. С тех пор каждый день у меня начинается утренних практик. Дышу, кабала, пхати, кота ногами, шарик, прокатывай спины, шею, нафер. Вот. Молодец. Меня очень радуют те люди, которые берут для себя эту информацию и потом уже самостоятельно используют. Вы прям большие молодцы. А при чем тут турники? Кто сказал, что на марафоне будут турники, девчонки? Давайте не путать. Есть у меня разные продукты. Есть марафон, в котором мы работаем с резинками, и все. Это домашние тренировки. И есть курс «Подтяни тело». Это тренировки на турниках. Это абсолютно разные продукты. Курс «Подтяни тело» на турниках вы можете купить с 15% скидкой. То есть, ну, без проблем. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Я рада. Спасибо. Так, ну что, ладно, я буду с вами прощаться, потому что у меня тут батарейка садится, нужно успеть подзарядить телефон, вот, ответить по рабочим вопросам, и все, пойду уже на танцы. Все, спасибо, что вы скрасили мой ужин. Давайте, все, всем пока. Ой, переключила все.